21 ноября традиционно отмечается День работника налоговых органов Российской Федерации. Отметили его и в Чувашской Республике. Традиционно профессиональный праздник – это отличная возможность подвести итоги работы за прошедший год и определить перспективы на будущее. Работников этой сферы отличает трудолюбие, упорство и неравнодушное отношение к делу. Прежде всего, это основа для эффективной деятельности. С большим запасом от плана обеспечено поступление налогов и страховых взносов. По итогам 9 месяцев доходов поступило на треть больше, чем за 9 месяцев прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, совокупная задолженность уменьшилась на 1 миллиард 936 миллионов рублей, или на 22,2%. Внедрение передовых технологий налогового администрирования позволит успешно решать стоящие перед коллективом задачи. Многое нам удалось сделать, но многое предстоит. В фильме были озвучены показатели, результаты нашей слаженной работы, которые мы добились, несмотря на экономические сложности, несмотря на вызовы времени, несмотря на те обстоятельства, которые складывались вокруг нас, вокруг нашей службы. Я хотел бы напомнить несколько моментов, которые... Не благодаря, что называется, а вопреки, мы добились этих показателей. Год был непростой, и начался он с внедрения единого налогового счета. Требовалось полностью изменить алгоритмы администрирования и алгоритмы прогнозирования. Успехи, достигнутые налоговыми органами, не были бы возможны без поддержки со стороны органов власти Чувашской Республики. Это плодотворная совместная работа. Благодаря ежедневной кропотливой работе сотрудников Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике обеспечивается стабильная положительная динамика налоговых доходов даже в условиях нынешних беспрецедентных экономических вызовов. За 10 месяцев 2023 года в консолидированный бюджет республики поступило более 46 миллиардов рублей налогов и сборов, что на 10 миллиардов рублей или почти в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Масштабные базы данных, высокотехнологичные цифровые сервисы, которыми обладают налоговые органы, позволяют решать государственные задачи по многим направлениям, зачастую даже в проактивном режиме. Важно отметить значительный вклад налоговиков в Чувашии в повышение финансовой и налоговой грамотности населения. Статистика говорит о высоких результатах работы. Сегодня идет поиск новых путей и иных механизмов взаимодействия с налогоплательщиками. Заслуженные награды и слова благодарности получили лучшие работники налоговых органов за труд и преданность своему делу. Ветераны налоговой службы передают накопленный опыт молодым специалистам. Несмотря на экономические сложности и вызовы времени, работники налоговой службы с достоинством выполняют все задачи, о чем свидетельствуют высокие рейтинги как на уровне Приволжского федерального округа, так и на уровне Российской Федерации. Елена Яковлева, Антон Небытов, «Жизнь столицы».